Приветствую вас, друзья мои, гости канала. С вами я, Антонина Абрамкина. И сегодня у нас второй прогноз для знака зодиака Водолей на март месяц 2020 года. Встречаем весну, дорогие мои Водолеи. И вначале я всегда говорю о важных моментах месяца, на которые следовало бы обратить внимание. Ну и, конечно, яркое событие – это 8 марта, Международный женский день. Дамы, девушки, бабушки, женщины, всех вас поздравляю с таким весенним цветущим праздником. Цветы, улыбки пусть у вас сияют, подарки. И, конечно же, самое главное не цветы и подарки, а самое главное услышать приятные слова от любимого человека. Дорогая, любимая, я тебя люблю. Мы все хотим быть любимыми. Будьте счастливы, будьте любимыми. Вот. И, конечно, тогда у нас тоже расцветает, тоже светимся, как солнце, день весеннего равноденствия, и мы лучимся и излучаем свет любви, и все-таки мы хранительницы очага. Вот. И, конечно, на приподнятом настроении всем хочется отправиться куда-то в путешествовать, больше ездить, гулять на природе. И это замечательно. Как на приподнятом настроении и дела лучше у нас, и идеи хорошие приходят. Все-таки самое главное событие – это 10 марта Меркурий начинает разворачиваться и выходит из ретро-движения, идет в прямое движение. И до середины апреля все-таки остается в знаках рыба. Следите за тем, что говорите. Не будьте искренними, чересчур прямолинейными. Далеко не всегда нужно говорить то, что думаем, чтобы потом не сожалеть. Так на нас влияет Нептун, потому что Меркурий-то любит говорить, а рыба еще, может быть, Нептун не догонит еще пока. Вот. Поэтому думайте. Полнолуние в Деве – это знак Земли. И здесь нужно будет как обратить внимание на то, что материальные вопросы, как-то, которые тяготили, приходят к какому-то финалу. То есть полнолуние будет убирать, под итог какой-то будет. 24 марта новолуние в Овне. Это огненный знак. Новолуние – это начало нового проекта, нового движения. И все мы, и вы, Водолеи, почувствуете это. Марс будет нас толкать к новым начинаниям, к новым проектам. 20-21 марта, как я уже сказала, день весеннего равноденствия, на нас проливается мощный свет, солнечная энергия в космос, Вселенная нас наполняет этой мощной энергией. И вы тоже почувствуете прилив сил. Об этом я позже в других видео буду рассказывать. Но как на это надо будет обратить внимание. Появится уверенность и оптимизма, то есть будет больше. Астрологический Новый год. Навруз. Всех астрологов и тарологов я поздравляю с Новым годом. И желаю, конечно, новых начинаний, перспективных всем. Но вернемся к Водолеям. Юпитер весь год движется по 12-му дому, а на следующий год будет в первом доме вашего гороскопа. Но 12-й дом – дом уединения. Это работа в компьютере, понять себя, переезд, путешествие. То есть этот год у вас как год итоговый, когда вам нужно принять правильное решение, чтобы потом запуститься в новые проекты и уже двигаться с большими многолетними планами проектами. Солнце же движется по второму дому вашего гороскопа до 20 марта. Это как дом денег. Откроются перед вами новые возможности для заработка, новая работа, хобби какие-то, может быть, и работа, может быть, в соцсетях. Вы быстро найдете клиентов, будут предложены вам подработки. Эти подработки хорошие денежки, хороший доход принесут вам. И пусть у вас появится, и появятся, вернее, у вас все шансы сделать
приобретений, покупки, вещи, о которых вы даже и давно мечтали, а финансов не хватало. Здесь большие доходы пойдут, что даже вы позволите приобретение автомобиля. Повысите статус. Марс, планета движения, будет вами управлять, и сидеть не придется. Договора, контракты, командировки, поездки туда-сюда. Но вам это будет нравиться. Новые знакомства, азарт и новая работа. Это вот все это вдохновит вас новыми идеями. Венера в четвертом доме будет двигаться. И решаться вопросы с недвижимостью, переезд, приобретение нового жилья, или покупка, или аренда жилья. Вот. Семейные пары займутся благоустройством жилья. А много будете говорить по душам, обсуждать новый дизайн, как вашего жилья или дома. Вот. Некоторые свободные водолеи в марте начнут совместную жизнь с любимым человеком. Ну, желательно, наверное, это после 10 марта, конечно. Но если вы уже состоите в паре, то через секс, конечно, будут более прочными ваши отношения. Лидируйте и зарабатывайте. Раскрывайте себя, дорогие водолеи. Денежные возможности вас будут преследовать весь апрель, весь май и весь июнь. И эти месяцы, апрель, май, июнь, дадут вам возможность к новым заработкам, новые реалии, новые перспективы. И эта перспектива будет не только на этот год, 2020 год, а, впрочем, дальше на много лет. То есть вот такая перспектива разворачивается у вас. Ну и сегодня у меня таро зеленых ведьм. Мы посмотрим, какие карты вам выпадут. Луна. Это вот как раз золотой рыбка, там большой карп прыгает. Шестерка кубков – это отношения, любовь, дальше. И король мечей. Это вы, это как раз мечи, это вы, водолеи, воздушный знак. Здесь новый этап, новый цикл, вот я говорила, будет решающим полнолуние в Деве. И вот этот магический день для вас будет настолько успешным, то есть решится много того, что появится уверенность в том, что все, да, действительно обновления будут, и вот то, что как в страхе держался или как в неведании, оно уйдет из вашей жизни, потому что здесь крупная рыба, это исполнение желаний, это может быть спонсор, это покровитель, это человек поможет, который вам решите, например, неясные вопросы. Это неясность полнолуния, но все-таки это магически сильный день, когда произойдет перезагрузка, наверное, произойдет в вашей жизни. И здесь, видите, новые отношения, новый человек. Настолько вы, как дети, полюбите друг друга или уже полюбили друг друга, идете вместе птичку выпускать. Это, конечно, радостная карта, но это еще карта и наследство, получение наследства, приобретение чего-то с недвижимостью крупного, да. Но здесь я хочу сказать, что в вашей жизни повстречается человек, с которым настолько вам комфортно и радостно вместе идти, и вы по этому пути движетесь. И эта карта, говорит, карта получения король мечей, это карта получения информации, документа, подтверждающего, которого вы ждали, и который приведет вам перемены какие-то, вот, о которых вы ждали, документы. То есть все решится, или юридические вопросы, все это решается в вашу пользу и самым наилучшим образом. Вот, такие хорошие карты вам выпали. И еще здесь я хочу сказать вам, еще три карты вытащить. У меня новая колода вот такая вот. Это таро эльфов. И вытащим здесь карты. Три карты для вас.
Сундук, четверка пентаклей. Это вот стабильный доход, который приходит в вашу жизнь, который накопление здесь даже позволит накопление. Вот видите, недвижимость, но это накопление может прийти для некоторых водолей через наследство, то есть большие деньги. Либо вы здесь получаете доход. Ой, восьмерка пентаклей. Это стабильный доход. Это ваша лавка, это ваша деятельность, ваш бизнес начинает процветать. И здесь клиенты к вам устремляются, вы только успеваете денежки считать. Да? И третья карта, нулевой цикл, новая. Лечите от счастья на седьмом небе. Посмотрите, какие замечательные карты водолеи вам выпали. Действительно, от счастья вы готовы улететь на седьмое небо. Все получается, даже больше, чем вы задумывали. Приходит вам работа, или вы приглашает вас на работу. Такой деятельность со стабильным доходом, и не только с доходом, а работа с клиентами. То есть вы например, более успешные продажи происходит такая здесь, реализация товара, которым вы будете заниматься. И здесь, например, чаевые или еще там что-то будут вам давать. И это каждодневное дополнение, пополнение вашего сундука финансового благополучия. Ну, это я говорю, это через интернет, это могут быть деньги. Приходить круглосуточно, если через интернет, потому что здесь все-таки скоростная карта и неожиданная, и на скорости. Ну, я думаю, это в соцсетях работа, как с клиентами. И, в общем, вам это нравится. Это как раз то, что вам нужно, водолеи. Ну вот, и во взаимоотношениях прекрасные карты вышли. И в плане работы и перспективы вот такие замечательные карты вам выпали. Я рада за вас, мои дорогие водолеи. И пусть больше приятных, скажем, событий происходит в вашей жизни. И с чем я вас и поздравляю. Люблю вас, обнимаю, целую. До новых видео, друзья. Пока.